Напомним, что на минувшей неделе свыше 420 муниципальных служащих, работников предприятий и организаций провели массовый субботник, в результате которого амброзия была уничтожена на площади более 28 тысяч квадратных метров. Активно очищает курорт от вредного сорняка и общественники. Активисты ТОС номер 4 постоянно следят за территорией парка Ореховая роща и улица 40-летия Победы. В эту пятницу собираются очистить от сорняка улицу Некрасова. Мы организуем субботники. Ну, даже под частный сектор жители выходят и в сторону растительности сами убирают. Мы всех жителей просим не выйти на эту акцию, поддержать. Специалисты говорят, что сейчас самое время уничтожать амброзию, пока она не вошла в фазу активного цветения. Борьба с карантинным сорняком закреплена законодательно и является обязательной для всех землепользователей. Принять участие в субботнике приглашаются все жители города-курорта. Каждому необходимо уничтожить амброзию возле своих домов на территориях, прилегающих предприятиям и организациям.